В Гомеле создается комплексная система оказания медицинской, социальной и психологической помощи людям с заболеваниями позвоночника. Очередным шагом в этом направлении стало открытие в областной больнице второй операционной нейрохирургического отделения. Это позволит практически вдвое увеличить количество операций, проводимых на современном мировом уровне. Первые, не самые сложные операции на позвоночнике в Гомельской областной клинической больнице проводили еще в 80-х годах прошлого века. Однако специализированное отделение здесь открылось только в 2015-м. При этом тогда все понимали, медицинская помощь должна оказываться на самом высоком уровне. Для оснащения операционной направили почти 750 тысяч долларов, в том числе из областного бюджета. Еще один вопрос, который пришлось оперативно решать – подготовка кадров соответствующей квалификации. Специальность, она пока не выделена в отдельное направление, но она требует очень серьезной подготовки. Все врачи, работающие в нашем отделении, имеют как минимум две специальности. Это травматолог-ортопед и нейрохирург. Они проходят специальную подготовку в городе Минске, но определенным технологиям они обучаются уже здесь, потому что не все, что выполняется в нашем операционной, имеет возможность выполнить даже в Минске. Некоторым технологиям приходилось учиться ездить за рубеж. Сегодня операции на позвоночнике с использованием высокотехнологичного оборудования в Беларуси проводятся только в Минске и Гомеле. Причем открытие второй операционной позволит практически вдвое увеличить количество хирургических вмешательств, проводимых на современном мировом уровне. Совсем недавно мы получили, был закуплен еще и операционный микроскоп. Это аппарат, который позволяет совершенно по-другому выполнять практически все операции, которые выполняются в нашей операционной. Он ускоряет эту операцию, он уменьшает доступ, позволяет снизить кровопотерю. Открытие второй операционной нейрохирургического отделения областной больницы позволило реализовать проект, не имеющий аналогов в Беларуси. Гомельская область сегодня единственный регион страны, где создается комплексная система от медицинской до социальной и по возможности трудовой реабилитации людей, перенесших тяжелые травмы на позвоночнике. Здесь и прохождение восстановительного курса в областном госпитале ветеранов, где для больных созданы соответствующие условия и организации их восстановления в санатории Приднепровский Рогачевского района. При этом для более эффективной реализации этого проекта в Гомельской области привлекли людей, имеющих практический опыт реабилитации, членов областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники». В области ведется постоянная работа по укреплению и налаживанию системы реабилитации, ранней, поздней реабилитации, медицинской, социальной реабилитации, психологической реабилитации таких людей. Вот это тут вот в партнерстве и с медиками, и с социальными службами, и общественные объединения должны вот свое слово в этом сказать и делать дело. Алексей Тюров, Анастасия Кучинская, Евгений Макеенко. Новости недели.